Здравствуйте, мои дорогие друзья, подписчики и гости моего канала. С огромным удовольствием хочу вас познакомить с моей подписчицей и другом Лилией из славного города Луганска. Лилия знакома, конечно, со многими блогерами, винтажницами, потому что она пишет совершенно потрясающие комментарии, и мне тоже. Ну, а если кто не знаком, то знакомьтесь. И вот Лилия решила принять участие в моем флешмобе «Винтажные шкатулки. Хранительницы наших украшений». И начнем мы вот с этой шкатулки ручной работы. И ничего о ней Лилия не знает, но на ней очень неразборчиво были написаны карандашом какие-то цифры. И в конце дата 8 февраля 1960 года. И вот эта замечательная шкатулка ручной работы, которую Лилия купила на блошином рынке. Посмотрите, как удивительно она сделана. Такая объемная, такая интересная. Удивительная работа. Я, например, вот лично такую бы себе тоже с огромным удовольствием приобрела. Но это она в открытом виде. И еще одна шкатулочка ручной работы, тоже замечательная совершенно. Лилия призналась мне, что она очень любит деревянные шкатулки ручной работы. В них столько тепла человеческих рук, столько мастерства, фантазии. Они выполнены с большой любовью. А вот эта металлическая шкатулка была куплена в секонд-хенде. Тоже замечательная, не правда ли? Маленькая пластмассовая шкатулка из комиссионного магазина. Тоже есть на что посмотреть. А эта шкатулка, подаренная Лилиной подругой, на ней простым карандашом на обратной стороне дарственная надпись. Она была подарена свекрови подруги на 8 марта в 1966 году ее соседями. А вот эта находка севастопольского блошиного рынка. А вот эта пластмассовая малышка с украшением из соломки, единственная сохранившаяся из Лилиных семейных. Ее ей подарили родители в 1984 году. А вот это просто произведение искусства, легендарная лаковая миниатюра «Имстеры», знаменитая на весь мир «Русская тройка», художник Хомичев. Позолоченные мазки можно разглядеть только с помощью увеличительного стекла, а не тоньше волоса. Сама шкатулка миниатюрная, всего 8 сантиметров в диаметре. Каким уникальным талантом и мастерством надо обладать, чтобы создать такое чудо? Не перестай восхищаться талантом и самобытностью великолепных художников СССР. И еще одна шкатулка, лаковая миниатюра, более крупная. Это произведение из Липецка, детище художницы Киреевой. Назвала она ее «Златовласка». Роспись просто превосходная. А вот эта шкатулка самая любимая для Лилии из оникса. Уверена, любителям натуральных камней она очень понравится. Как неповторимый красив каменный узор на каждой стороне шкатулки. Поистине природа – самый талантливый художник. А золотые руки мастера резчика смогли передать всю красоту и уникальность оникса. Его неповторимые цвета и узоры. Ведь он бывает не только нежно-зеленый, коричневый и белый. Ему присуща вся гамма теплых оттенков коричневого, серого, бежевого, салатового, рыжего, персикового цветов. А также он обладает, пожалуй, полосаточностью, сочетающейся с прозрачностью. Чтобы не быть голословной, предлагаю вам полюбоваться еще раз этой шкатулочкой. А теперь давайте посмотрим, что же Лилия хранит в своих шкатулочках. Ну как же можно обойтись без ростовской финифти? Да ни за что. Посмотрите, какие отличные серьги ручной работы.
А вот эти агатовые бусы, подарок мужа Лилии в 1994 году, когда Лилия ждала ребенка, она увидела на прилавке магазина эти замечательные бусики, и они ей очень и очень понравились. А вот это Лилина семейная брошь, и она имеет замечательную историю. Она была подарена Лилиной бабушкой в 1979 году, когда Лиле было 6 лет. А было это так. У бабушки было 6 детей, особых сбережений не было. Она пережила две войны и голод 1938 года, но сама очень любила получать и дарить подарки. Вот дети выросли, появились мы. Ну, это Лиля так рассказывает, внуки. И она решила на память каждой внучки, а их тогда было 4, подарить по брошечке. Вот идем мы с бабушкой по запыленной проселочной дороге и решили зайти в сельский магазинчик, что находится в селе Роскошном, это пригород Луганска. Зашли. Магазинчик небольшой, но все необходимое есть, и даже больше. Как водится, на одну сторону прилавка с продуктами, а на другую – галантерея, бижутерия, обувь и так далее. Как в обычных сельских магазинах того времени. Подошли они с бабушкой к прилавку, увидели броши бабушки в росине и говорит: «Смотри и выбирай, какую ты хочешь, такую и куплю». А у Лили глаза разбежались. Все блестят, одни с красными камешками, другие с зелеными, третьи с белыми. Думала она, думала и выбрала вот эту с голубым. А остальным внучечкам решила бабушка купить такие же, только с красными и зелеными камешками. Давайте еще полюбуемся на другие украшения из лилиных шкатулочек, на разнообразные бусы, на сеты. Ну, в общем, очень много чего на самом деле есть у Лилии в коллекции. Вот эти вот бусы мне тоже очень понравились. Знаете, у меня есть похожие в моей коллекции. И я тут недавно показывала их, между прочим. Это Чехословакия, скорее всего, я думаю. Потому что мои тоже вроде как чехословацкие. Но очень красивая работа. Очень мне такие вещи нравятся. И Лилия молодец, что сумела все это сохранить. Не знаю, носит она или не носит все это, но в шкатулках все это хранится. И давайте обратимся еще раз вот к этой шкатулке. Знаете, что в ней лежит? В этой шкатулке лежат броши, которые я прислала Лиле, ну, некоторое время назад. И вот она хранит вот таким вот образом эти брошечки. Вот я очень рада, что они ей понравились, и я хотела еще ей послать, но сейчас, к сожалению, не время. Но я думаю, что вот эти вот тоже ей нравятся. Я знаю точно, что вот этого замечательного кота от JJ компании она точно носит. Дорогая Лилия, огромное спасибо за то, что вы приняли участие в этом флешмобе. И, конечно же, я хочу вам пожелать в первую очередь мирного, голубого неба над головой, много-много здоровья, счастья, успехов. И мне кажется, что все-таки у нас все будет хорошо. Большое спасибо всем моим зрителям, всем моим подписчикам, друзьям, которые посмотрели это видео. А с вами была Инесса из Нью-Йорка. Ну, как вам кажется, идет мне желто-синий цвет? До свидания.